Сегодня в рубрике «Мобильный репортер» мы расскажем о цирковом представлении в День матери. В стационарном цирке «Алле Москва», расположенном в деревне Орлова, провели благотворительную интерактивную игру для семей Ленинского района. Цирковой квест был насыщен заданиями, которые приготовили клоуны, как для юных участников, так и для их родителей. Взрослые папы и мамы учились жонглировать вместе со своими детьми, устраивая шутливые скачки на страусах. А потом все с удовольствием наблюдали за выступлениями лошадей и веселых клоунов. Семейный цирковой квест – это незабываемые впечатления и эмоции, а также замечательный повод провести выходной вместе с детьми.